За ней Отечество. Сегодня, в преддверии Международного женского дня, в фойе Коми-Республиканской академической филармонии открылась фотовыставка. Она посвящена женщинам, мамам, женам и сестрам наших героев. Организатором выступил филиал Фонда защитники Отечества в Республике Коми совместно с правительством региона, Союзом женщин Коми и предпринимательским сообществом. Экспозиция включает в себя 19 проникновенных фотографий, на которых запечатлены женщины, чьи родные и любимые мужчины защищали и защищают нашу Родину. Несмотря на трудности и тревоги, эти представительницы прекрасного пола сохраняют непоколебимую веру, надежду и любовь. Они поддерживали их решение отправиться на специальную военную операцию. И именно в подарок для них фонд и все наши партнеры организовали эту выставку. На выставке представлены истории реальных женщин нашей республики. Среди них матери, потерявшие своих сыновей на спецоперации, жены, ожидающие возвращения мужей с передовой, и сестры, гордящиеся своими братьями, защитниками нашей страны. Фотовыставка «За ней Отечество» будет работать в фойе Коми-Республиканской академической филармонии до 12 марта, после чего экспозиция будет представлена во всех районах нашего региона. Рада, что действительно делается для наших жен, матерей, сестер вот такое мероприятие, которое действительно возможно и нужно в нашем мире. Оно действительно как-то поддерживает, окрыляет наших женщин, дает им какой-то стимул в жизни. На сцене филармонии прошел праздничный концерт. В зале собрались представительницы прекрасной половины республики, отличившиеся в своей профессии и общественной жизни. С наступающим праздником жительниц региона поздравил и глава Коми. Пожелал всем, кто ждет своих любимых со спецоперацией, дождаться их живыми и здоровыми. Женщины у нас, особенно последние годы, десятилетия, стали брать на себя очень много. Дорогие, любимые, не берите много на себя, потому что вот коня раскакую в этот дом пылающий, дайте нам остановить и войти. Потому что нам же подвиг надо завершить ради вас. А вы все делаете, а мы стоим рядом и смотрим. Поэтому, пожалуйста, оставляйте нам место для подвига, для того, чтобы мы могли оставаться мужчинами. Отдельно Владимир Уйба отметил представительниц прекрасного пола, которые самоотверженно трудятся на благо региона и страны. Глава Коми вручил им правительственные награды.